Можно взять полотенце бесплатно. Тренажерного зала Оливер. Нет. И бассейна тоже нет. Бассейна нет, тренажерного зала нет. Палаты, тапочки. Мы так смотрим, чей-то номер в отеле «Оливер». Есть балкон, кровать, очень красиво. Фен вот так вот сбоку. Ванна, душ, стекло, раковина. Смотрите, еще мы в «Оливере» идем по коридору, и здесь вот много номеров именно с видом на коридор. То есть получается, фактического окна там нету. Еще раз сейчас вам покажу. Вот таким образом выглядит окно в номере. То есть в «Оливере» есть такие подставы. То есть надо брать люкс номер. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.